Привет, дорогие зрители! Сегодня у нас внеочередной выпуск будет по Mortal Kombat X Mobile. В общем, по мобильной версии Mortal Kombat. Я вчера ночью зашла с телефона в Mortal Kombat и смотрю, у нас появился новый персонаж. Как вы знаете, у нас перед испытаниями можно купить за $20 новых персонажей, которые потом будут в различных испытаниях. И сегодня я вам покажу, кто же у нас следующий после Котелькана. Сразу вам скажу, немножко проспойлерю, что я уже потратила души, уже потратила тут монеты, и в новых роликах вы увидите, ждите, кстати, новые ролики, я их просто чуть-чуть раньше записала. Этот я выпуск даже не знала, что буду записывать, он у нас спонтанный получился. В общем, давайте испытаем нашу удачу, тан-тан-тан-тан-тан, вот эту возьмем карту. Дивора у нас уже полностью прокачана, поэтому что открывали, что не открывали. Ну, хоть 600 монет будет. Так, ну что? Какое-то там задание выполнено, ну спасибо. Смотрите, у нас ранний доступ к стрелку Куньцзиню. У нас, кстати, сообщение. Мы получили за сезон войны... А, кстати, да, я прошла очередной сезон тут войны. Этой фракции. Поэтому, ребят, в новых роликах не удивляйтесь, что монет может быть меньше, каких-то персонажей не быть. Просто я часть роликов записала чуть-чуть раньше там. Я не помню уже, сколько там их роликов этих выйдет. Но, в общем, так. О, 120 кровавых рубинов, друзья, у нас. Давайте посмотрим, сколько у нас всего уже в войне фракций. Так, ну, покажи мне, пожалуйста. 950. Еще, скажем так, немного осталось, и у нас уже будет... Можно будет возможность, появится возможность покупать новых персонажей. Так, а я сегодня предлагаю ранний доступ. Давайте купим стрелка. Значит, смотрите, мы с вами получим Куньцзиня, his equipment and support cards, как обычно. Я сейчас без записи, конечно, куплю его быстренько, и мы с вами сможем оценить, что же это у нас за новая карта такая. Ну что, вы готовы? Открываем. Так, коснитесь, чтобы открыть. Поехали. Посмотрим, что у нас вообще это будет за персонаж. Так, у нас беглый огонь. А, я его, кстати, Куньцзиня не прокачивала. У меня, по-моему, есть одна карта. Но я ее так и не смотрела. Я особо за него не играла. Слушайте, смотрите, сколько у нас там карт. Так, у нас есть бонус здоровья. А, понятно, я поняла, что это за карты. Так, бонус восстановления энергии. Лук Шаолиня. 15% увеличения вероятности критического удара. 30% для Куньцзиня вероятности истощения 33% силы. И 25% увеличения урона врагам с кровотечением и отравлением. Так, и... Собственно... это... Да. Честно говоря, я ожидала, что будет более мощная карта. Выстрел предков. Обычная добивающая стрела Куньцзиня накладывает особые эффекты истощения жизни, оглушения или огонь. Хорошо, друзья, давайте перейдем к нему, к нашему персонажу. А, кстати, интересно, я его могу сейчас купить? У меня, конечно, монет душ не хватает. Знаете, так он спонтанно вышел. Но, наверное, мы можем его уже покупать или не можем. Да, можем, смотрите, 350 душ он стоит, но, честно говоря, опять-таки у меня не хватает душ. Я, наверное, их даже купить не, покупать не буду. Хорошо, ребятушки. Давайте-ка тогда перейдем... Нет, в магазин нам с вами не нужно. Меню, моя коллекция. И давайте-ка я сейчас что-нибудь нашему Куньцзиню дам. То есть пусть у него будет какие-нибудь... Во-первых, надо вот это прокачать его. Хотя бы первую атаку. Так, прокачиваем. Давайте-ка ему дадим какое-нибудь снаряжение. Я просто хочу сейчас протестировать нашу карту. Спасибо за монетки. Что бы ему такое дать? Стоп, а кто у нас он вообще? Ага, ну мастер единоборств, это понятно. Значит, смотрите, что есть смысл ему дать. Ему, наверное, есть смысл дать боевой дробовик. Увеличение урона мастерам. А подождите, а что нам дали? Ага, это тоже оружие, лук Шаолиня. Ну хорошо, ладно, давайте увеличение вероятности. Вот это дадим его. Ему дадим его же лук. Потом тактический жилет, по-моему, можно дать. Смотрите, бонус к здоровью. Хотя, может, у нас кто-то из первых есть товарищей. Из первых я не хочу брать. Я вам в новых роликах опять-таки объясню. А что у нас у Кейси Кейдж? 27 стойкость? Не хочу. Давайте ему дадим тактический жилет. И, например, бонус к лечению нам не нужен. Что бы тебе такое дать? Перчатки скандалиста? Ну, давайте перчатки скандалиста. И я сейчас быстренько его прокачаю. Перейдем с вами к войне фракций. Всю поддержку я увеличила до плюс 15% нашего Куньцзиня.
Давайте вообще подетальнее посмотрим его карту. Значит так, у него есть выстрел предков. Надо будет вообще посмотреть, что это у нас за такое у него... Способность такая. Так, значит, у него есть двойной выстрел, удар, самообслуживание и ядовитый посох. Хорошо. К сожалению, карт усиления, карт повышения уровня у меня нету. Поэтому я предлагаю сейчас... Так, давайте в главное меню выйдем. Попробуем в его, как он будет у нас вообще в войне фракции. Так, заходим. Так, и создадим новый отряд. Кого бы... Из кого бы мне отряд взять, сделать... Так, давайте-ка из вот этих товарищей, из второго отряда, мне его все равно не жалко. Значит так, где наш... так, Кундзинь у нас здесь. Значит, смотрите, раз он у нас мастер единоборств, я предлагаю ему поставить, скажем так, также мастеров единоборств. Вот смотрите, у меня есть Шаолинь, ага, вот, с одним очком силы. Вот я предлагаю его еще взять. И надо взять примерно, чтобы они все были с похожими показателями. Кто у нас еще есть? Инферно-скорпион? Может, инферно-скорпиона, а? Скорпион. Кстати, как вы думаете? Можно взять его? Либо кто у нас есть еще послабее? Я именно хочу из золотых карт. Скорпион. Обычный скорпион, да, у нас есть? Давайте возьмем обычного скорпиона. Чего уж нам там? У нас будут все такие не сильно... прокачанные, но и не сильно слабые. Давайте я сейчас еще нашим товарищам выдам какое-нибудь оружие. Так, значится так. Чтобы вам такое дать, давайте ему дадим боевой дробовик. Я предлагаю дать... шляпу ветров нет, не хочу отдавать. Чтобы тебе такого, товарищ наш... Давайте этому красную бандану дадим. И чехол, что это у нас такое? Бонус к стойкости. Ну, можно дать, конечно. Так, что у нас есть интересного? Боевое снаряжение, максимальный бонус здоровью. Давайте мы лучше вот этот дадим скорпиону. А этому можно дать... Ну, давайте все-таки... Ладно, наручи дадим вот эти штуки. Так, я бы еще качнула второй прием у нашего основного Кундзиня. Так, прокачали. И, значит, у нас кто остается? У нас остается скорпион. Так, товарищ, что тебе можно предложить? Чтобы тебе такого дать, чтобы тебе понравилось. Так. Что-то я ему хотела дать, уже забыла. А, боевое снаряжение. Ну, хорошо, пусть такое будет. Так, скорпиош. Ну что, я думаю, что у нас... Так как... А, подождите, знаете, что надо дать им всем? Может быть, скорпиону мы дадим... Что у него... этот кунай дает. Увеличение критического урона. Может быть, кому-то молот гнева дать? Одно начальное очко. Хм. Можно, конечно, было бы. Ну, давайте попробуем без... Хотя нет, давайте нашему... Вот этому Кундзиню дадим молот гнева, а лук Шаолиня дадим тому Кундзиню. Вот давайте попробуем так сделаем. Этому мы дадим... Скорпион. Для усиления... То, что есть сейчас у того Кундзиня. Потому что, смотрите, получается боевой дробовик, почему-то он дает урон мастерам единоборств. Видите? А этот всего лишь на 17% критического, если мы наносим критический урон. Поэтому давайте делаем хоп. И берем Шаолинь Кундзинь. Так, Шаолинь Кундзинь. Так. Где же у нас этот... Где же у нас эта карточка? Вот, лук Шаолиня. Все, давайте уже заканчивать эти редактирования, потому что затянулись мы с ними. Ну что, все готовы к войне фракции? Давайте посмотрим, что же у нас тут получится. Попробуем жесткую битву. Я, конечно, не гарантирую, что мы ее сможем пройти, но мало ли, вдруг нам повезет. Так, первые у нас, как видите, противники все серебряные. Мне очень хотелось попробовать именно за все золотые карты поиграть, потому что я понимаю, что можно было бы взять серебряного Кенши, но... Так, смотрим. Так, ну что, насколько уж у нас активно подвижный? Ну, как вы видите, первого уровня Кундзинь это... Он слабоват будет. Хотя, знаете, лупит он неплохо там. Давайте посмотрим его первый прием. Слушайте, а неплохо забирает. Так, попробуем так сделать. Менять будем. Тихо. Ай, зря ты это сделал. Так, давай. Смотрите, а этот Кундзинь тоже неплох. А? Ой, это было не очень хорошо. Это было не очень. Не очень приятно. Так, давай, Скорпиоша. Мы все болеем за Скорпиош, правда? Оп.
Impressive. Стоим, блокируем, есть. Довольно-таки, знаете, подвижный персонаж. Как вы видите, урон наносит довольно быстро. Так, бей. Тихо, тихо, тихо. Вынеси его? Есть, вынесли. Он, конечно, мне напоминает какого-то Леголаса, эльфа из «Властелина колец». Так, ну что, мы сейчас даже смотрим, сможем до какого? До 5-го левела, по-моему. Так, смотрите, очень даже неплохо. Первый бой у нас прошел... Так, слушайте, а мы не можем сейчас второй... А, вот, все, можем второй прием. Значит, сейчас у нас уже получается, раз мы дали ему молот гнева, и у нас есть карта Кундзиня того. Получается, что мы можем сразу два урона наносить. Давайте посмотрим. Так, нет, пардон. Битва фракции. Пошли. Надо будет посмотреть его, допустим, на Джейсоне. Как он будет выглядеть, этот второй удар. Хотя можно прямо сейчас и на Соне, давайте посмотрим. Так, ну что? Файт. О, как он будет у нас выглядеть? Больше шансов критического удара. Хорошо. Ну, учитывая, что он у нас еще очень слабенький, ну, тоже неплохо наносит. Ой, Джейсон, Джейсон, зря ты ко мне пришел. Так, бей-бей-бей-бей-бей-бей. Вот. Так. Слушайте, действительно, смотрите, получается, Кундзинь может выпускать рандомно стрелу, ну, не рандомно, во время боя, которая наносит различный урон в различной степени. Вот видите, мы огненную стрелу дали или... Нет, 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 зря, ну ладно. Тоже неплохо. Тихо, стоим, ждем. Давайте вот так сделаем. Это было не очень красиво с Джонни. Джонни, стой, Джонни, Джонни, не надо так. Стоим. Стоим, ждем, блокируем. Такие моменты лучше блокировать. Так, и меняем. Давайте сразу на нашего персонажа, который нас интересует. Так, ну что, смотрите, 5-й левел, но в принципе он сражается, да, с себе подобным, но очень даже неплохо, на мой взгляд. А, у нас уже 6-й был. Так, поехали. Следующие у нас получится Кисси Кейдж, Скорпион и Кенши. Как же хорошо, знаете, ребятки, играть не с читерами, ну не с вот этими максимально прокачанными, а вот именно с теми, у кого похуже показатели с нашими. Так хотя бы можно примерно прикинуть прекрасный ник у человека, с которым мы сражаемся. Так, ну давай. Ну, все-таки пока даже второй урон, второй этот сам прием не наносит максимальный урон. То есть вынести персонажа мы не можем. Но смотрите. Видите, он периодически стреляет из стрелы. Ой, стреляет из стрелы. Стреляет стрелами, которые могут вызывать либо действительно огонь, либо истощение, либо вообще блокировать. Да. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. И честно вам хочу сказать, мне он... Ого, подождите, я не успела даже мысль договорить, он уже у нас всех уничтожил. Ну, знаете, персонаж интересный. Ничего не могу сказать. Очень даже, по-моему, достойно вашего внимания, ребята, поэтому будем ждать с вами... Это получается сколько нам еще? По-моему, испытание этого... Господи, Котелькана пройдет, по-моему, 13 дней осталось или сколько там? Ну что, давайте попробуем еще раз нанести. Ты не хочешь соточку? Нет, не хочет. Вот пройдем, я вам советую попробовать пройти испытание обязательно, и мы с вами посмотрим и сложный уровень, и даже, может быть, я запишу и по новый уровень, ну, этот нормальный, средний, и также, думаю, сложный, как и в прошлый раз. Не бей меня, я сама тебя могу ударить. Есть, смотрите, то есть мы... О, тихо. Довольно-таки он хорошо сражается, слушайте. Вот видите, мы его, наша стрела могла его оглушить. Не надо так делать. Уважаемые. Но мне кажется, давайте вот сейчас попытаемся сравнить удары вот этого нашего Кундзиня и удары, которые наносит тот Кундзинь. Получается, он и здесь стреляет, и там стреляет. Так, берем Скорпиона. Блин, а нельзя было в другую сторону стрелочку? Есть. Я хочу сейчас новой боевки, я как-то на это не обратила внимания. Мне кажется, что, допустим, тот же первый урон, который наносит первая ячейка нижняя, которая наносит Кундзинь и тот, они, в принципе, похожи. Вот смотрите, стрелок, получается, и Шаолинь. Но смотрите, у нас стрелок всего лишь 10-го левела, но он практически такой же мощный уже, как шаолиневский.
Неплохо. Так, кто у нас? Темная императрица, темный властелин, холодная война. Темный властелин, темная императрица. Так, ну что? Что вы мне сейчас тут покажете? Так, значит, давайте посмотрим по первому урону. Нам в любом случае надо сейчас пробить ей броню. Вот, видите, то есть он, получается, стреляет из лука. И вот, первый удар. Так, я тебя должна уничтожить, я тебе не отдамся, слуги. Вот, сейчас мы ее вообще подожгли. Вот, меняем, смотрите. Вот тут мы, получается, тоже им делаем первый удар, у нас выстрел из лука. Так, уважаемые. Успокойтесь. Есть. Так, давайте возьмем скорпиона, пробьем ей. Так, хорош, хорош. Давай, товарищи, еще один удар. Get over here. Вот знаете, я вам покажу еще ролики по различным комбинациям карт. И в каждой этой комбинации можно найти действительно какую-то классную компашку. И, честно говоря, мне нравится то, что сейчас у нас есть. Два кунзиня и один вот этот скорпион. В принципе, если вы в поисках точно так же какой-то новой команды или кого-то интересного хотите посмотреть, советую присмотреться к вот этим ребяткам. Так, давайте, у нас уже шестой бой. Нам нужно потратить наши души. Так, смотрите, у нас Котелькан, Котелькан, Котелькан. Котелькан, Котельканович, Котельканов. Так, ну что, попробуем сейчас их вынести. Получается, две золотые карты и одна серебряная. Так, уважаемые. Я с вами сражалась в Мартухе этой самой на PS4, и здесь сейчас посражаемся. Чего уж там. Так. Как персонаж он довольно быстрый. То есть удары наносит довольно-таки, знаете, то есть есть персонажи, которые наносят удары медленно. Да, они наносят сильный удар, но... Он, кстати, по две стрелы выпустил. Ну, только что было две стрелы, ребята. Если я не права, отмотайте. Посмотрите, действительно ли было две стрелы. Так, а ну давай. Не, тихо-тихо-тихо, Котелька. Бей-бей-бей-бей. Есть, так. Это было нехорошо. Давайте вот такой унесем его. Вынесли. Ой. Ауч. Это было очень больно. То есть, смотрите, в принципе, он и тут, получается, посохом сражается. Вынесли. То есть, в принципе, модели, я так понимаю, что очень похожи персонажей. Сражение шаолиньского кунзиня и стрелка. Так, ну что, что вы мне скажете? Мы еще, слушайте, у нас уже 12 левела, пока мы с вами играли, у нас кунзинь так хорошенько качнулся. И у нас последний бой, это темный Котелькан, фокус со шляпой Кунлао и бог крови Котелькан. Что-то все перешли на Котельканов. Заметьте, у нас который бой уже с Котельканом происходит. Так. Ну что? Так, бьем, товарищи. У нас, по-моему, вот этот как раз Котелькан и будет довольно мощный, поэтому давайте попробуем. Блин, чё же у нас? Раньше, я помню, очень так чётенько можно было сотку выбить. Сейчас как-то, наверное, мне просто неудобно, потому что я на весу играю. Impressive. Так, следующий Котелькан на очереди. Какой Котелькан последний? Еще один наносим. И давайте на вот этого переключимся. Все-таки нас интересует вот этот товарищ. Друзья, тихо. Сейчас надо попытаться вынести его, пока у него не накопится энергия. Я хочу его вторым ударом. Так, лупим. Лупи, давай, товарищ. Покажи нам сейчас мастер-класс, говорю. Оп. Все, друзья, победа. Так, ну что, сейчас мы с вами закончим бой и сможем хотя бы подвести так кратенько итоги. Как же нам наш дорогой Кунзинь? Как он вообще интересный, как карта неинтересный. Так. Ну, спасибо. Нам дали чехол, который у нас уже давным-давно есть. Полностью прокачанный. Хорошо, спасибо. Мы даже цель смогли выполнить. Хорошо, друзья, ну что? Давайте его, на него еще раз посмотрим. Какой он у нас? Значит, Кунзинь у нас мастер единоборств. Новая карта у нас открылась, которая будет доступна в следующем испытании. То есть вы ее сможете открыть, пройдя испытание. Как обычно, я думаю, будет две карты на нормальной сложности и на сложной сложности.
Что я вам хочу сказать? Карта, на мой взгляд, вот если вы посмотрели всю войну фракции, довольно быстрая, сражается он хорошо, но, на мой взгляд, он слишком уж похож на шаолиньского кунь-зыня, ну, не в этом суть. Как боевая единица, он, в принципе, мне очень нравится его этот прием со стрелой, потому что, получается, он рандомно может наносить какой-то эффект, например, тот же оглушение или огненную стрелу выпускать или истощение сил, то есть, знаете, тут какое-то есть, то есть вы не знаете наперед, что он может, какой урон он может нанести. Сражается он быстро, вот смотрите, мы уже так его неплохо прокачали, хоть он у нас, по-моему, на каком-то, на 12 уровне или на 13, на каком-то, ага, на 13. То есть, мне кажется, что карта довольно интересная, учитывая, что это у нас мастер единоборств, мы ему дали один молот гнева и дали этот самый... И да, поставили с ним в команду второго кунь-зыня, то есть у него уже 2 очка было, то, в принципе, мне кажется, что сражался он хорошо на уровне. Вы видели, что мы даже одним кунь-зыня практически 3 карты могли вынести. Поэтому, ребятки, если вам понравился этот ролик, не забывайте ставить лайк. Сразу же вам говорю, что ждите, впереди у нас будут новые серии по комбинации различных карт, которые мы с вами, я вам обязательно покажу. Посмотрите, кого я там повыбирала. И также будем смотреть ваши предложения в мобильной Mortal Kombat, не переживайте, он никуда не пропадет, рубрика у нас так и остается. Спасибо, что смотрели, вот такой у нас кратенький обзор получился, незапланированный, скажем так, потому что действительно я даже и не думала, что я его буду обозревать как-то, знаете. Ну, хорошо, конечно, что есть ранний доступ, $20, ну, не каждый, допустим, персонаж того стоит, то есть... Кот Алькан, я бы не сказала, что он прям такой уж вах, мне понравился. А вот, допустим, Кунь-Зынь, в принципе, довольно интересный. Я его постараюсь еще попрокачивать и смогу вам в новых роликах уже детально о нем рассказывать. Так, ну что, спасибо, что смотрели, друзья. Я вам желаю хороших выходных, хорошо их проведите. Надеюсь, у вас будет хорошее настроение, хорошая теплая солнечная погода. Я буду с вами прощаться. Не забывайте ставить лайк. Всем пока-пока.